Слава Господу! Я хочу прочитать стихотворение, его на память не выучил, но хочу прочитать. Перед этим хочу прочитать один стишок. Слово Божье, это Иеремия, 6 глава, 16 стишок, говорит так. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, не пойдем. Я прочитаю стихотворение, которое называется «Все реже вижу четкие границы». Все реже вижу четкие границы, все громче слышу, не любите мир. Листаю виртуальные страницы и вижу в жизнях и чуму, и пир. Вот тлеет, догорая чья-то совесть, вот самолюбование вопит. Под томным взглядом прячет слезы горечь, а вот улыбка в чешуе обид. Здесь похоть прикрывает речи громкой, здесь скромность на лице, а в слове яд. Когда границы сдвинулись настолько, что не поймешь, кто грешен, а кто свят. Смешалось все, молитвы, анекдоты. Куда же делся трепет и любовь? Надкусываем, словно бутерброды, мы хлеб живой и лицемерим вновь. Единство разменяли на разборки, и маникюр дороже десятин. Уже спокойно смотрим на наколки, религиозность растирая в пыль. Нет, это выход вовсе не поспешный, и я рискну озвучить эту мысль. Вульгарность потеряла статус грешный, свобода потеряла здравый смысл. Что ближе нам, почтение или мода? Бунтарство или сокрушенный дух? Размытые границы у народа. Кому поют и для кого живут? Готовы ли сердца для поклонения, а плакать вам позволит макияж? Мир просочился в церковь, пробуждение, и даже не оделся камуфляж. Что стало современную моралью, какими мы стоим у алтаря? Какие мысли обвернули шалью, уча других законам бытия? А может, где-то даже перегнули, и в строгости своей, наоборот, одежды так под шею затянули, что духу перекрыли кислород. Загнали в угол искренность и кротость, а вот по головам идти легко. На вскрайности закидывает гордость, а вырвать сложно, корни глубоко. На что мы тратим деньги, силы, что ценим и кому служить спешим? Кого на пьедестал, кого на вилы, не зная содержания души. Я не судья вам, люди дорогие, мы каждый за себя дадим отчет. Но вижу эти строки золотые и слышу, Слово Божие зовет. Очистите сердца, отделитесь, вы не от мира, ведь это же про нас. В режиме скромности, в режиме скоростном остановитесь, вложите в уши сущность этих страхов. Фраз. «Бегите от чумы, да и от пира, не пачкайте сияющих одежд, ведь так легко, заигрывая с миром, вдруг оказаться за чертой надежд». Аминь.